Карагандинцы в ожидании паводка и жалуются на несвоевременную уборку снега. В городе уже появились предвестники подтоплений. Жители с тревогой следят за прогнозом погоды. Смотри, все видишь, вон что делается. Днем, когда снег начал активно таять, вода стала стекать во дворы. Это снег не со дворов, а с дороги, которую должны были почистить коммунальные службы, уверяют жители. Пришлось откачивать воду за свой счет. Это другой адрес и тоже недалеко от центра города, куда коммунальщики уже отправляли технику. Вот тут у нас были канавы. Когда постелили нам асфальт, спасибо за этот асфальт, конечно, взяли, закопали все арыки. Нам сказали, мы вам сделаем новые арыки. Прошло 3 года, нету арыков, нас топит. Ежедневно от карагандинцев поступает до десятка жалоб в городской общественный совет на неочищенные дороги и тротуары. А в соцсетях их сотни. Сегодня общественники вышли в рейд и уже в центре города нашли тротуары, заваленные сугробами. Здесь нет, лежит снег, неубранный снег. Мне теперь трудно пройти с коляской, с ребенком. Нужно будет или выехать на дорогу, на проезжую часть, или, я не знаю, неудобно очень. А скоро весь этот снег потечет во дворы. При этом в прошлом году на обеспечение функционирования городских дорог бюджет выделил 2,6 миллиарда тенге. В эту сумму в том числе входит и уборка снега. Вот как же они делают и почему они выигрывают тендер? Может быть, многие сразу говорят, не хватает автомашин, не хватает, допустим, какой-то техники. Но когда они выигрывают, они же весь технический персонал, они показывают. Подрядной организации «Тазалык-эксперт», которая занимается очисткой дорог и тротуаров, объясняют, что не успевают, хотя и работают круглосуточно. Чистят улицы по очереди. А сейчас часть людей и техники заняты подготовкой к паводкам. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Информбюро, Карагандинская область.